Инструктора-проводника для любого похода теперь можно найти при помощи единого федерального реестра. Новые правила касаются альпинистского, горного, пешего, водного, лыжного, спелеологического и подводного видов туризма. Узнать, зарегистрирован ваш проводник или нет, можно на сайте Минэкономразвития или по нагрудному знаку экскурсовода с QR-кодом. Отсканировав, можно прочитать, какой вид туристических услуг оказывает ваш гид, а также увидеть все пройденные им маршруты.